трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Определена новая дата перехода на электронные паспорта транспортных средств – июль 2018 года. Изначально предполагалось, что это произойдет в июле 2017. ЭПТС получат все новые машины. Доступ к документу у автовладельца появится после регистрации в специальной системе и уплаты госпошлины в размере 600 рублей. Добавлю, что также рассматривается возможность внедрения электронной диагностической карты авто. Трасса 101. В России впервые за долгое время цены на новые иномарки пошли не вверх, а вниз. Так, в среднем на 3% подешевел Ford Mondeo. Примерно столько же сбавил Geely M-Grand X7 предыдущего поколения, за исключением комплектации лакшери с автоматической коробкой передач. Компания Suzuki немного снизила стоимость кроссовера SX4. Доступнее стал и Volkswagen Passat. Трасса 101. В интернете продолжается сбор подписей за запрет на поставку в Россию автомобильных колесных дисков из Китая. По словам авторов инициативы, данная продукция не соответствует нашим стандартам и может выйти из строя в любой момент. Как уверяют специалисты, в прошлом году из Поднебесной к нам привезли до 90% всех импортных дисков. Трасса 101. Через неделю в продаже появится Kia Picanto третьего поколения. Новинка получила бензиновые атмосферные моторы объемом 1 и 1,2 литра мощностью 67 и 84 лошадиных силы соответственно. Первый работает с 5-ступенчатой механикой, второй с 4-диапазонным автоматом. В базовой комплектации имеется антиблокировочная система тормозов, система курсовой устойчивости, система помощи при старте на подъеме, эра ГЛОНАСС и другие опции. Минимальный ценник – 549 900 рублей. Toyota Corolla – самый покупаемый в мире легковой автомобиль. Пальма первенства принадлежит ей уже долгое время. Вторую строчку сейчас занимает пикап Ford серии F, третью – Volkswagen Golf. На четвертом и пятом местах – Honda CR-V и Honda Civic. Далее по убывающей – Toyota RAV4, Ford Focus, Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Toyota Hilux. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.